Первый и на сегодняшний день единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал «Универ ТВ» транслирует свои программы форматов Full HD в эфир на цифровом пакете Казани, в кабельных сетях по Республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России и в сети интернет. Первые новостные сюжеты «Универ ТВ» начал размещать в интернете с января 2011 года, а уже спустя 4 года канал появился в телевизионных кабельных сетях Татарстана. 19 июня 2019 года была запущена прямая трансляция телеканала в социальной сети ВКонтакте. Идея сделать какую-то трансляцию в ВК пришла давно. У нас раньше она была, но потом так получилось, что мощности оборудования просто не хватало, тут появилось новое оборудование, и мы решили в экспериментальном плане запустить постоянный стрим ВК. Вообще, в принципе, мы с ВК очень сильно дружим. Очень скоро мы начнем попадать в городскую ленту по хэштегу в Казани. Уже сейчас там получили галочку, сообщество верифицировано. И это стало огромным плюсом в том плане, что когда у нас запустилась трансляция, ВК стал автоматически продвигать, получается, ее. Мы попадаем в актуальное по теме образования постоянно. Это привлекает новых зрителей. Студенческий телеканал «Универ ТВ» транслирует в эфир как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы. Нишевая направленность, образование, познание, студенческий спорт, студенческая субкультура и университетские новости. Сейчас уже у трансляции порядка 500 000 просмотров, начиная с 19 числа. Ну, понятное дело, что как засчитывают просмотры ВК это? То есть человек остановился на 3 секунды, он уже засчитал это как просмотр. Но все равно цифры, в принципе, красивые. Создание трансляции в крупнейшей социальной сети в России – первый шаг на пути выстраивания диалога с публикой телеканала. Комменты пишут регулярно. Мне каждое утро приходится чистить трансляцию от спама, потому что там типа... «Зиночка, я вот сижу дома с ребенком и зарабатываю по 25 тысяч, переходи по ссылке». Бред какой-то, приходится это регулярно удалять, но вообще бывают и адекватные комменты, типа «Ребят, спасибо, вы крутые, классно». Ну, фидбэк это всегда интересно почитать. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.